Доброе утро! Начинается мой сегодняшний день. Это видео я снимаю в пятницу, поэтому, соответственно, я вам показываю сегодня свою пятницу, как она проходит в целом. По планам вообще на день. Ну, каких-то таких грандиозных нет. Самая первая школа. Сегодня у меня 7 уроков. Да-да, в пятницу 7 уроков. Это очень печально. Но мы не расстраиваемся и настраиваемся на этот день. После школы у меня на самом деле сегодня ничего нет. Поэтому я не знаю, либо я пойду погулять, либо я еще что-то поделаю. Ну, короче, посмотрим в течение дня, как получится. Но сейчас я уже быстрее-быстрее крашусь, собираюсь и бегу в школу. Литература. А я переписываю биологию. Вот такой прекрасный у меня сегодня ланч. Вот такой вот прекрасный. Бежим, бежим, девочки! Бежим! Бежим! Вот такие мы спортивные, смотрите, девочки. Культурный обед цивилизованных людей. Мы пришли с Сонечкой ко мне, чтобы покушать. Вот, у него такая вкусняшечка и лаваш. И Соня с лавашем. Я взяла себе круассан, и сейчас мы пойдем за кофе. Итак, мы немножечко сделали такого контента осеннего. Пофоткались красиво. Ну, Сонечка меня пофоткала. Вот, и сейчас мы идем за кофе в Smile. Это моя, наверное, самая любимая такая вот кофе-точка Кургана, потому что только там сделала такой кофе, вот прям вот, знаете, чтобы вкусненько так было, вот прекрасненько. Вот. Короче, идем туда за кофейком. Ну что, мои хорошие, вот уже и настал вечер. Пятница. Я вернулась домой с прогулки, погуляли мы, кстати, с Соней очень долго, вот считай, ну где-то 2,5-3 часа, вот, и что у меня вообще сейчас по плану, сейчас расскажу. Решила я переместиться за мой любимый рабочий стол. Вообще, так как пятница, так как я сегодня дома, конечно, мне хочется отдохнуть, посмотреть там сериальчик, что-то еще сделать такое максимально расслабляющее для меня, потому что все-таки конец рабочей недели и хочется отдохнуть.
Сейчас у меня будет время для того, чтобы я выложила там всякие сторисы, в телеграм-канал свой выложила, так как мы нафоткались, ну, надо же что-нибудь выложить сразу. И потом я пойду, наверное, ужинать, даже не представляю, что я сегодня буду есть. Не думала над этим, но придумаю и покажу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не пропускайте новых видео. Всех люблю. До новых встреч. Пока-пока.